Трудно рассказать, что осталось у меня от первого знакомства с Маяковским, которое состоялось 53 года тому назад. Но я его даже не разглядела, потому что это было поздно вечером. Мне только очень понравился его голос. А потом он пришел уже в Петрограде. Он прочел нам «Облако». Я не помню такого сильного впечатления от стихов, когда бы ты ни было в жизни. Вот и вечер, в ночную жуть, ушел от окон. Хмурые декабры, дряхлую спину хохочут и ржут канделябры. Ну, а вообще вся поэма небывалая. И он был очень счастлив тем, что нам так понравилось. Он сел за стол, пил чай с вареньем. И тогда, ну, в такой ученической тетрадке была поэма записана. Он написал сверху Лилию Юрьевну Брик.